Приветствуем вас! Сайт Floristics.info предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью о том, как выращивать в саду растение кабею. Лиана кабея – многолетний вьющийся полукустарник семейства синюховые, выращиваемый в культуре как однолетник. Название свое растение кабея получило в честь испанца, иезуитского монаха-естествоиспытателя Барнабаса Коба, прожившего многие годы на родине кабеи в Мексике и Перу. В естественных условиях цветок кабеи растет во влажных тропических и субтропических лесах американских континентов. В культуре цветы кабея используются с 1787 года по большей части для вертикального озеленения живых изгородей и беседок. Поскольку растение кабея отличается быстрым ростом, корневая система у него мощная и разветвленная, с многочисленными тонкими мочковатыми корнями. Стебли этого вьющегося кустарника достигают 6 и более метров в длину. Листья у него очередные, сложно-перистые, состоящие из трех долей. На концах побегов листья видоизменяются в разветвленные усики, с помощью которых, цепляясь за опору, растение поднимается на значительную высоту. Крупные колокольчатые формы с выступающими тычинками и пестиком цветки кабеи, достигающие 8 см в диаметре, одиночные или группой по 2-3 цветка, растут на длинных цветоножках из пазух листьев. Распускающиеся цветы имеют зеленовато-желтый оттенок, а распустившиеся окрашены в фиолетовый или белый цвет. Плод кабеи, раскрывающийся по боковым швам, кожистая коробочка с крупными, плоскими, овальными семенами. Если вы не знаете, как выращивать кабею из семян, прослушайте внимательно наши рекомендации. Выращивание кабеи из семян осложняется тем, что крупные семечки растения покрыты очень плотной оболочкой, сильно затрудняющей прорастание. И перед тем, как посеять кабею, нужно растворить эту корку до состояния слизи и удалить механически. Для этого раскладываем семена кабеи на дно широкой емкости, чтобы они не касались друг друга. Заливаем водой и накрываем сосуд крышкой, предотвращая испарение влаги. Как только корка раскиснет, постарайтесь удалить ту ее часть, которая легко отходит, и опять положите семена в воду. Полностью очистить посевной материал от кожуры удастся за несколько дней. И это только описание подготовительного этапа посевной кампании. Этап следующий. Как посеять кабею на рассаду? Сеем кабею в феврале или начале марта по одному семечку в персональные стаканчики, чтобы избежать в дальнейшем такой сложной и зачастую травматической манипуляции, как первая пикировка кабеи. Субстрат для посевов используется универсальный. Кладем на него семечко плоской стороной вниз и присыпаем сверху слоем того же субстрата толщиной в 1,5 см. Сколько всходит кабея? У всех по-разному, но если вы сеяли очищенные от оболочки семена, то ожидать первых ростков можете уже по истечении 2 недель со дня посева. Слегка подросшие сеянцы с 2 настоящими листочками пересаживают вместе с комом земли в 3-литровые горшки, чтобы у растения была возможность развить мощную корневую систему в щадящих домашних условиях и обзавестись крепкими побегами. Во время пересадки установите в горшок пластмассовую или металлическую лесенку, чтобы кабея могла расти, цепляясь за нее. На этом этапе выращивание кабеи предусматривает закаливание рассады. Для этого кабея помещается на балконе или лоджии, желательно утепленных или хотя бы застекленных, где рассада, привыкая к прохладному воздуху, будет ожидать пересадки в открытый грунт. Обычно 3 недель закаливания бывает достаточно для подготовки кабеи к пересадке на садовый участок. В открытый грунт рассаду высаживают в мае или в первых числах июня, когда пройдут возвратные заморозки и температура ночью не будет опускаться ниже 5 градусов. Но не нужно передерживать растение в горшках, иначе оно сильно вырастет и вам будет намного тяжелее осуществлять пересадку. Сначала определитесь с местом, где будет расти кабея. Лучше всего выбрать для нее солнечный участок плодородной почвой, хотя и в полутени кабея растет неплохо. Важно также, чтобы растение было защищено от холодных ветров.
Выкопайте заранее ямы на расстоянии 50 см друг от друга. Заполните их рыхлой смесью торфа, перегноя и дерновой земли. Опустите на нее кобею вместе с земляным комом. Прикопайте и полейте. Сразу же установите опоры, по которым растение будет подниматься, ограду или арку, чтобы кобея в саду не использовала в этом качестве соседние деревья и кусты. Если у вас нет уверенности, что ночные заморозки не вернутся, защитите посадку кобеи двумя слоями нетканого укрывного материала на время. Уход за кобеей предполагает регулярный полив растения, особенно обильный в засушливую пору. Однако постарайтесь в этом вопросе обойтись без фанатизма, иначе избыток влаги спровоцирует растение, особенно если оно растет в полутени, развитие корневой гнили. Подкармливать кобею в начале роста необходимо еженедельно удобрениями, содержащими в большом количестве азот. А когда растение начнет формировать бутоны, ему понадобится фосфор и калий. Вносить удобрения начинают с первых дней жизни растения. Как только у сеянца появится первый лист, кобеи удобряют гуматом. Затем чередуют минеральные подкормки, например, кемиру, с органическими, настоем коровяка, вплоть до начала цветения. Кроме увлажнения почвы и подкормок, уход за кобеей в саду требует рыхления почвы и удаления появляющихся сорняков. Кроме семенного способа выращивания кобеи, существует и более надежный вегетативный способ – черенкование. Черенки нарезают с перезимовавших в помещении маточных кустов. Весной, когда начинается активный рост молодых побегов кобеи, часть из них можно отрезать и укоренить во влажном песке, а в конце мая или начале июня высадить в открытый грунт. Нужно отметить, что кобеи, выращенные из черенков, зацветают быстрее, чем кобеи из семян. Но их цветение не так обильно и эффектно. Из насекомых вредителей неприятности кобеи могут доставить клещи и тля. Уничтожить вредителей можно опрыскиванием растения раствором жидкого калийного зеленого мыла с фитовермом. Жидкое мыло можно заменить зоошампунем от блок. Он отлично справляется и с другими вредными насекомыми. Цветет кобея с июля до заморозка. В наших широтах кобею выращивают как однолетнее растение, следовательно, осенью она подлежит уничтожению. Собрать семена для посева на будущий год вам вряд ли удастся. В условиях нашего климата они не вызревают, поэтому если вы хотите и следующим летом выращивать кобею в своем саду, придется покупать семена в магазине. Даже у профессионально подготовленных к посеву семян кобеи известных торговых фирм схожесть не превышает 30%. Так чего же ожидать от собственноручно собранных недозрелых семян из своего сада? Вы можете попытаться сохранить растущую в вашем саду кобею до следующего года. Для этого нужно в октябре обрезать на кобее побеги, аккуратно выкопать куст и пересадить его в большой вазон или ящик. Содержать кобею нужно в темном прохладном помещении, где температура не выше 12 градусов. В погребе или подвале, поливая один раз в 3-4 недели, лишь для того, чтобы почва не высохла. В конце февраля, начале марта растения перемещают ближе к свету и теплу и постепенно увеличивают полив. В открытый грунт кобею возвращают после того, как пройдут все заморозки. Виды и сорта кобеи. Кобея цепкая или кобея лазающая – или кобея ползучая – единственный из 9 известных в природе видов кобеи, выращиваемый в культуре. Цветок кобеи лазающая представляет собой многолетнюю лиану, выращиваемую в цветоводстве как однолетнее растение. Родом растение из Мексики. Кобея ползучая образует множество побегов, длина которых достигает 6 метров. Перистые листья оканчиваются разветвленным усиком, цепляющимся за опору. Цветет кобея цепкая с середины лета до первых заморозков фиолетовыми цветками с медовым ароматом. Цветоводам известна также белая кобея – белоцветковый подвид кобеи лазящей. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на Floristics.info.